Самаре с 8 по 10 июня пройдет 6-й Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023». Его главной темой станет архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития России, сообщает сайт городской администрации «Вести с Дворянской». Российские и зарубежные эксперты в сфере архитектуры и реставрации в рамках деловой программы обсудят требования к развитию исторической среды, какое значение памятники архитектуры имеют для развития страны сейчас и в будущем, и другие вопросы. Глава Советского района Вадим Бородин провел встречу со студентами СГЭУ по направлению «Государственное и муниципальное управление» и рассказал о структуре муниципальной власти, особенностях ТОС, принципах благоустройства района, финансировании муниципальных программ и о том, как проходит работа исполнительной власти на практике. Глава района отметил, что студенты проявляли интерес к политике и муниципальному управлению, задавали много вопросов и активно участвовали в дискуссии. Договорились провести еще одну встречу, на которой студенты смогут попробовать себя в роли муниципальных служащих. Телеграм-канал администрации Кировского района напоминает, что 5 июня отмечают День эколога. Этот праздник посвящен не только специалистам по защите природы, охране окружающей среды, но и всем неравнодушным к этой сфере активистам. Проблемы экологии занимают значительное место в жизни человека. Принимаются различные меры по уменьшению вреда, наносимого окружающей среде.